Иван Молодцов работает на Тольяттинском химическом предприятии аппаратчиком. Чтобы уберечь себя и близких от заражения коронавирусом, решил привиться. Тем более, что сделать это можно без отрыва от производства. С 15 февраля вакцинацию организовали на базе собственной медико-санитарной части завода. Прививочный кабинет организовали с соблюдением всех требований и методических рекомендаций Минздрава. Иван уже пришел за вторым компонентом вакцины. Первую я сделал 29 апреля, перенес нормально, спокойно, никаких не было симптомов. И все. Но только не там надо соблюдать правила определенные, не мочить руку, там, ну, это питание там. Перед введением второго компонента также обязательно осматривает врач. Если нет никаких противопоказаний, можно вводить препарат. На предприятии прививают двумя вакцинами – спутником ВИ и Эпивак короной. Показания для вакцинации тем или иным препаратом определяет врач, но и пожелания работников учитываются. Пришла к врачу, врач замерил температуру, давление, сатурацию. И прошла, сделала прививку, выдали сертификат, где помечена вот она, первая прививка. Я считаю, что всем надо пройти, защитить в первую очередь своих близких. Не принести домой, у меня папе 92 года, и чтобы не принести это домой, надо обязательно. Кстати, привиться могут также родственники работников предприятия, пенсионеры и ветераны завода, которых насчитывается около 2000 человек. Для того, чтобы не создавать толпу, для того, чтобы не создавать очереди, у нас люди записываются, им доступны два вида записи. Запись через личный кабинет на базе предприятия и запись по телефону. Темпы наращиваются, постоянно ведется работа информационная, работа разъяснительная. У нас всегда на связи врачи 24/7, они готовы ответить на все вопросы, касающиеся вакцины. На данный момент прививку против COVID-19 сделали около 15% работников предприятия. Вакцинация бесплатная и добровольная. Напомним, что в выходные в Самаре перед Мегой, Амбаром и Космопортом развернуты прививочные пункты, где работают врачи и медсестры. Можно сделать прививку там. Тем, кто запланировал шопинг в «Авроре», можно совместить приятное с полезным и пройти вакцинацию в пункте на первом этаже торгового центра. Ну а пункт на Мичурина 125 готов принять желающих привиться даже ночью. Светлана Кудрявцева, «События».